Установилась по-настоящему зимняя погода. Выпал снег, водоемы замерзли. Казалось бы, отличная обстановка для традиционных забав. Тем не менее, на территории муниципалитета выход на лед запрещен, будь то реки, водохранилища или озера. На это есть веские причины. Лед сейчас рыхлый, тонкий. Температура минусовая у нас стоит недолго, поэтому лучше не выходить. На втором водохранилище производится обеспечение безопасности людей в зимний период. На других объектах этого нет. На территории городской зоны отдыха установлены таблички с предупреждением, что на лед выходить опасно. Спасатели проводят беседы с особенно храбрыми отдыхающими и убеждают покинуть замерзшую акваторию. Как правило, люди прислушиваются к рекомендациям, но всегда находятся те, кому правила нипочем. В том году спасали рыбака на втором водохранилище, который производил подледную рыбалку. Ближе к обеду температура стала теплее, лед стал ломкий, и постепенно он начал проваливаться под лед. Не успел уйти на берег, провалился вместе с креслом, с удочками. Спасатели его спасли. В преддверии зимних каникул родителям стоит провести беседы со своими детьми и следить за тем, куда они ходят играть. Нельзя допустить, чтобы школьники отправлялись к водоему без взрослых. Может случиться беда. Выход на лед запрещен на протяжении всего зимнего периода. Мы живем в южной местности, часто случаются оттепели, так что замерзшая поверхность никогда не бывает надежной. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».